Полпред президента ПФО Михаил Бабич провел заседание президиума коллегии по вопросам безопасности. Речь шла о мерах противодействия религиозному экстремизму и терроризму в Приволжье. По словам Михаила Бабича, эти меры должны решать стоящие сегодня проблемы, которые сложились в округе и стране в целом. Полпред также отметил, что сегодня наблюдается рост нетрадиционных исламских течений, прежде всего салафизма и ваххабизма. Предложения различных правоохранительных и надзорных органов регионов ПФО будут представлены в виде доклада для президента России. Мы в Уфе достаточно подробно с муфтиями говорили на эту тему. Сейчас говорили уже, так сказать, с правоохранителями о том, что, конечно, это важнейшая функция государственная – обеспечить вопрос полноценного исламского образования, создать материально-техническую базу, подготовить кадры, создать условия для того, чтобы потом, уже получив образование, молодые люди могли действительно, так сказать, служить в мечетях, там, где они выберут, там, как правило, по месту жительства. Кроме вопросов образования, это, безусловно, так сказать, пресечение каналов финансирования незаконных организаций, которые создаются. Это пресечение нелегальных каналов миграции, это наркотрафик, то есть все сопутствующие вопросы, которые сегодня создают финансовую, интеллектуальную базу для вот этих радикальных течений.